Привет. Да, уже давненько я не летал. Пытаюсь вспомнить, было ли хоть что-нибудь за время ковида. Брянск, может быть? Нет, не помню. В общем, такое ощущение вчера было, что последний раз я, да, куда-то ездил, именно летал. Ну да, года два, а то и три назад. Все эти самолеты, пересадки, аэропорта. Но забавно, я не очень люблю летать. Но да, в тот момент, когда я сел в самолет, я поймал себя на мысли, что вот именно по самим перелетам соскучился. Прям вот эта атмосфера, когда сидишь, объясняют эту безопасность, стюардессы. И вот-вот он уже взлет. Это, конечно, да, определенную ностальгию вызвало. Ох, да, день был безумный. День был безумный. Я не понимаю, как так получается, конечно, что вроде лететь, ну, относительно не очень далеко, но в итоге убивается весь целый день. Что у нас там? Ну, 4 часа из начального полета прошли довольно просто. Аэропорт в Стамбуле. Ну, нормальный аэропорт. Ничего не скажу. Франкфурт а-ля с чуть более продвинутым. Ну, вот этой зоны регистрации чуть более продвинутой, она там чуть ли не трехэтажная. Там много всяких магазинчиков, всяких интересных. Но я не стал особо шататься, потому что это первый раз я был в аэропорту Стамбула, и там тоже, да, была первая моя нервотрепка за день, когда меня вместо обычного трансфера погнали на паспортный контроль. Ну, скорее всего, да, потому что я впервые пересекаю границу, несмотря на то, что у меня был второй перелет после этого. И им потребовалось именно проставить мне штамп. Вот. Прошел, вышел в аэропорт, пошатался и пошел на, собственно, вход. На входе было все просто. Security чек был быстрый. И дальше я пошел шататься уже, да, по самой внутренней зоне аэропорта. Есть не хотелось, нервы, не знаю, просто не хотелось есть, несмотря на то, что все, что у меня было, это завтрак. Вот. Пошатался. Было у меня часа полтора, да, после всего этого. Думал купить симку, посмотрел на очередь, махнул рукой. Потыкался в банкомат, потестить карточки МИР. Карточки работали, но в банкомате не оказалось. Ну, во всяком случае, он так говорил. В банкомате не оказалось лир. Поэтому, на самом деле, так до сих пор я и не снимал ничего с банкоматов. Ну, буду пробовать этот квест еще. Сегодня, завтра посмотрим. Вот. На второй перелет сел без особых приключений. Единственное, я оба раза забывал одевать маску. И мне об этом говорили прямо на проходе в самолет. Пожалуйста, оденьте маску. Я такая, черт. Первый раз забыл. Потом второй раз то же самое. Ну, ерунда. В общем, да, все полеты до сих пор проходят в масках. Все просят это делать. Ну, это ничего нового. Да, второй полет я уже подустал. Все полеты, кстати, смотрел Let's Play Final Fantasy 14. Ух, классно. Что-то я подзабыл это все. Это же ММОшка. Ну, хотя ладно, я про нее, наверное, отдельно расскажу. Вот. Да, так что второй полет закончился, и дальше было веселое приключение, как приехать
уже собственного отеля. Но это тоже, наверное, будет отдельное. Посмотрим, как это видео пойдет.